Ярко и красочно, с размахом и при этом по-семейному. Ярославский дворец молодежи отпраздновал юбилей. 10 лет. За это время через двери дворца прошли тысячи воспитанников. Они принесли области сотни побед на всероссийском уровне в различных творческих направлениях. Эти успехи были бы невозможны без крепкой команды наставников и педагогов учреждения. Самые главные успехи нашего учреждения – это люди, которые в нем работают, это команда Дворца молодежи. Это самое уникальное, что есть в нем, это люди, которые отдаются работе полностью. И все те проекты, которые реализует дворец, это только благодаря их усилиям и их работе в нашем учреждении. Сегодня во Дворце молодежи представлено направление Центра развития добровольчества. Мы занимаемся вовлечением молодых людей в добровольческую деятельность, помощь другим по различным направлениям. Сейчас уже более 30 тысяч. Большинство ребят задействовано в помощи при событийном волонтерстве. Это организация забегов, форумов, различных фестивалей. А вот именно достижение – это, конечно же, помощь нашим людям с инвалидностью, помощь пожилым гражданам. И ребята очень активно на это отзываются. Это здорово.